Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео. Я снимаю это видео именно по вашей просьбе, потому что я у себя на канале делал небольшое голосование за то, снимать мне видео про модпак, какие машины будут, на какие заменены или нет. Вы поддержали довольно-таки нормально так лайками этот пост, и поэтому я снимаю это видео. Это видео я снимаю, получается, в воскресенье, но выйдет оно, скорее всего, в понедельник. И давайте постараемся набрать на этом видео 200 лайков. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что игра на первом сервере Machine Holy Play, маник Кирилл Путбуль, не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. При достижении 5 уровня получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Machine Holy Play. Желаю вам приятного просмотра. Что ж, давайте начнем с того, что это не слив информации, потому что недавно, буквально там неделю, может быть больше, делали стрим разработчики, там они спавнили машины. Ну, естественно, они полили в чате ID машины, и с помощью этого ID можно легко узнать, какая машина будет в новом модпаке, поэтому говорю сразу, это не слив информации, как бы не нужно так думать. Также сразу хотел бы вас предупредить, что у меня не полный список, мне его скинули, но как бы, ну, у меня всего лишь 8 машин. 8 машин, я вам сегодня их покажу и расскажу, что на что заменят, как бы, всего 8 автомобилей. Поэтому, пацаны, с вас ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Сейчас перед вами будут появляться машины. То, что слева, пацаны, это то, что сейчас. То, что справа, это то, что будет. Поэтому запомните и не путайте. Итак, первый автомобиль, это у нас BMW X5. Вместо BMW X5 будет Lamborghini Urus. Сейчас на сервере X5, X5M точнее, даже можно так сказать. А вместо X5M будет Lamborghini Urus. Идем дальше. Audi RS7. Сейчас на сервере в модпаке Audi RS7. Вместо нее будет Porsche Panamera. BMW M3. BMW M3 это такой кабриолет, их очень мало на сервере. Сейчас я именно на таком еду. Я не нашел именно кабриолет формата PNG картинку, поэтому у вас это будет не кабриолет, скорее всего. Вот эту M3 заменят на BMW M3 E46 GTR. Она называется, это получается M3 из серии NFS. Я думаю, все ее знают и понимают, что это за машина. Дугати. Вместо Дугати вернут Yamaha R1. Я думаю, здесь все просто и, в принципе, понятно. Toyota Camry. С Toyota Camry, в принципе, я так понял, ничего делать не будут, кроме того, что изменят диски. Mercedes-Benz E63S. Сейчас на сервере Mercedes-Benz E63S, а вместо него вернут Mercedes-Benz E63, то есть обычный, который был раньше. Chevrolet Camaro. Вместо Chevrolet Camaro будет Porsche Carrera 911. Chevrolet Suburban. Вместо Chevrolet Suburban вернут наш любимый и красивый, в принципе, Range Rover SVA. Вот, пацаны, это, в принципе, весь список. Скорее всего, видео будет короткое, но вы сами меня просили, я делал пост у себя на канале, в сообщество, и там довольно-таки много лайков набралось и комментариев, за что вам большое спасибо. Надеюсь, на этом видео также будет много лайков, в принципе, ну и приятных комментариев. Повторюсь, это не слив информации, потому что само руководство делало стрим, где они полили, в принципе, ID машин, тем самым, когда их спавнили. Поэтому это не слив информации. У кого есть еще какая-то информация насчет того, что будет вместо чего-то, то можете писать как бы мне в ВК. А если у кого-то есть стрим, просто я тогда не был дома, поэтому я этот стрим не видел, и вроде бы как его скрыли, поэтому у кого есть ссылка на стрим, то скиньте мне, пожалуйста, я бы с радостью его посмотрел. Все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Всем пока-пока.